Привет, мои хорошие. Есть хочу, спасу нет. Буду кушать. Курицу доем. И здесь у меня лук маринованный, красный. Петрушечку у меня здесь, сахар, соль, уксус винный. Немножко водички. И прям граммулечка этого оливкового масла. А, и немножко соли. Так, возьму салфетки. Буду есть руками. О, сейчас вот так еще поболтаю, побалахтаю лук. Лепота. Ну что, друзья, приятного всем аппетита. Это, обновку купила. Теперь можно с чистой совестью и поесть. Ой. Вроде бы с утра ела, а уже голодна. Но время-то уже второй час дня. Сейчас курицу грела в микроволновке. Стреляла. Она у меня там. Лучок такой вкусный. Угу. Как ем суп, так одни приключения. Чуть опять зуб себе не поранила. Солнышко светит. С утра дождик был. Ну все, закончился. Нет дождя. Нормально вроде погода. Вкуснотища. Вроде бы мясо в зубах. Ну, мясо по-другому не получается. Есть-то. И неудобно, а что делать? Вроде бы курица такая не бройлерная. Но она прям жирненькая. Мяско такое вкусное. Ну, я уже вам говорила, господи, одно и то же. Завтра Ульяша ко мне придет. Я бы хотела на дачу рвануть. Ну, уже ночью холодно. Не поеду. А то, не дай бог, Ульяш заболеет.
Прям давненько уже Ульяшка-то у меня не была. Больше недели. Я аж прям соскучилась. Что-то... Даже гостинцев не купила ей. А? Ну ладно, еще я с ней схожу в магазин. И купим, что ей надо. Вообще сил нет в руках. Так вкусно. Даже разговаривать неохота. Еще устала. Были на даче вчера. Этот чеснок посадили. Небольшую перестановку сделали. Сын привез с братом Федорфе тумбочку. Привез, ну, из своего дома сын на дачу. Прям хорошо мы туда вещи сложили. Красота. Снимать уж я не стала там вчера ничего. Некогда было. Земля ужасна, как камень. Мы замахались этот чеснок тыкать. Спахал плоховато нам дядя. Ну вот, поела. Сейчас еще попью и все. Ну, попью водички. Ничего не хочу. Все, ребятки, котятки. Все, до новых встреч.